Ребята, всем привет! Всем доброе утро! И вы снова с нами, мы снова с вами. И у нас сегодня пятница, Ваня уже вернулся с универа, и сейчас мы с ним едем в Сабадель, все-таки уже доснять те луки, которые запланировали. Точнее, один, тот, который сейчас на мне. Но у нас похолодало, и в том, в чем я сейчас одета, мне довольно холодно, поэтому я взяла с собой куртку. Вот, да, едем в Сабадель, поснимаем там, хотим поменять локацию видео, вот, и плюс потом Ваня очень хочет пообедать в кебабе. Кебаб, наш Ванин любимый кебаб, находится в Сабаделе, поэтому мы поедем потом туда. Вот, так что, вот такие вот делишки, мне сегодня ровные волосы, я выпрямила их, ой, сейчас, в общем, заколола немножко, и у меня, кстати, волосы сейчас очень такие рыжие-рыжие, прям кирпичные становятся. И темнеют потихоньку. Да. Я нашел, как выпить. Всем привет! Привет! Так что, говорю, что я это темнею. У меня начинают темнеть волосы. Темными становятся, да. Главное, что не светлеешь. Но светлею я этим... летом. Ну, я, в смысле, по-другому, не светлеешь. Ты не сидею? Не сидеешь, да. А у меня есть вот где-то седина, но она вот тут вот пробор, у меня там есть кусочек волос, пару пряточек, они у меня белые. Так. И... О, кстати, что? Я сразу, пока утро, прям вспомнил, что нужно слово сказать. Давай. Слово на сегодня будет гравар. Гравар мы не говорили. Да. Гравар переводится как записывать. Да, снимать, записывать. Ну да, но это больше список. Хотел сказать, как записывать, но... Не, записывать в смысле... видео. Видео, да. Ну, записывать видео или же снимать. Гравар. Да. Все, мы молодцы, в самом начале влога сказали слово. Гений. В общем, мы уже поснимали то, что задумали. Я безумно замерзла. И еще начинается дождик. Прямо вот сейчас капает на нас. Моросить, так что мы прячемся в парковку. Оп. И здесь в парковке, кстати, тепло. Хорошо тут. О, как я замерзла. Мы уже дома. Да. Так хочется спать. Смотрите, какая мне шкура китайская пришла. Мы заезжали к Ваниным родителям. Это очень странно звучит, китайская шкура пришла. Да, мне китайская шкура пришла. К Ваниным родителям заезжали буквально на секундочку. И смотрите, что мне пришло. Сейчас я вам покажу. А вот такая вот штуковина мне пришла. Единственное, она пришла очень помятая. Поэтому ее нужно как-то, чтобы она разровнялась. Тащи Пусю тут сюда. Понравится ей? Шкура наша. Ну, тащить не надо, она тут. Пуся, тебе шкура наша? А ну, перекладывай ее на шкуру. Пуся, ты прекрасно смотришься здесь. Ну чё, как? Не очень? Какая-то китайская шкура, скажи. Скажи, что-то меня не впечатлило, да? Да ложись, лежи. Всё. Ну, всё, вот так. Всё. Закрывай глазки. Ой, тякуй. Все, мы тебе сейчас еще и укроем этой же шкурой. Не этой же шкурой. Вот, покрывалом. Пума спряталась. Что там? Не, ей не особо нравится. Так она сюда туда залазит. Все. Все, Пума, спи. Она мурчать спокойно начала. Да ладно. Уся. Ну, легла. Смотри, легла. Угу. Все. Не мерз. Все, спи, Пуська. Слышишь? Наша ласточка. Пусянька. Довольная морда. Довольная? Все, довольная морда. Ты оставайся здесь. Пума, кс-кс-кс. Посмотри сюда. Выйди, моя красавица.
Мы сейчас с Ваней снова уезжаем в Барселону. Ну, не то чтобы снова. Да, мы снова уезжаем, но в этот раз мы уже едем в Барселону. Там нужно нам на одну встречу поехать. Потом еще на вторую встречу мы едем на ужин с ребятами ужинать. А вот, по-моему, какой-то китайский. Японский, да, японский ресторан новый открылся. Мы поедем ужинать, лапшу кушать. Вот, до этого ужина нам нужно еще съездить кое-что посмотреть. Да. Кстати, мы хотели сказать огромное спасибо за комментарии. Мы сегодня читали, прям так радовались, такие классные комментарии. Было очень интересно посмотреть именно вот, ну, короче, вы поняли, вы читали, я надеюсь, комментарии, смотрели. Большое спасибо вам, да. И девушки, и женщины, и мужчины, и ребята, всем огромное спасибо, что вы все-таки отозвались. Вас много, у вас очень собственные много истории, и очень было интересно сегодня читать комменты, да. И вообще... Такие длинные достаточно были комментарии. Да, прям целыми историями. Я сегодня, наверное, ну, достаточно много времени читал. Утром практически все комментарии прочитал, и потом еще в обед, ну, к вечеру уже еще не читал. Но класс. Да, большое-пребольшое вам спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии и вообще то, что вы с нами. Большое спасибо. Да. А то мы так и не знаем, кто, что, куда смотрит. А так вот почитаешь и понимаешь, что на самом деле люди смотрят, просто, ну, многие просто не считают нужным писать, потому что говорят, ну, а что писать? То есть мы смотрим, а писать в принципе-то и нечего. Не, ну я вас, в принципе, поддерживаю. Я тоже, я... Да, мы не особо пишем. Я вот, ну, много блогеров каких смотрю, я практически никогда не оставляю комментарии, не знаю, как-то мне кажется, не знаю. Вот. Ты оставляешь комментарии? Ну, если бы мы не были блогерами, возможно, да, но так как мы блогеры, мы, в принципе, и, ну, как-то, не знаю, не очень оставлять комментарии именно от блогеров к блогерам. Ну, возможно. Ладно, все, у нас нет времени. Пума, в общем, не оценила ни покрывала, ни шкуру. Она поняла, что я занял ее место, и она хочет на него теперь сесть. На Пума нет, больше... шкуру она оценила. Оценила? Так, ладно, а я обуваюсь. О, и мы выдвигаемся. Давай, поехали, Зая. Сегодня в сереньких своих слепончиков буду. Еще куртку. Я надену куртку, потому что у нас сегодня холодно. У нас сегодня очень серая погода. И сегодня довольно холодно. Около 14, да, градусов? 14-15 градусов. Вот так. Вот, что? Все, утепляемся. И поехали. Что ты там, мучаешь Пуму? Мы, кстати, ей недавно когти постригли. Кисель ползает. Ааа, ты когти впиваешь. Здрасте. Кукусики. Кукусики. Мы, короче, сейчас сидим... Водку. Ну, конечно, мне стопочку. А лучше две. В общем, мы сейчас сидим, ждем. Вот, прям в музее музыки. Да, мы с Палау, Палафию. Ну, это дворец музыки. Да, вот. Дворец музыки. Вот он. Видите? Здесь при дворце есть ресторан и кафе. А мы с Катей при дворце. Придворцы. Мы придворцы. Придворцы. Мы горцы, придворцы. Эта штука так классно греет, в голове так тепло. Я говорю, Катя, ты сейчас загоришь. Летом так не загорала, как сейчас загоришь. В общем, мы сидим, ждем. Ура! Все. Как мы сказали, за ваше здоровье. Мне, короче, кофе в рюмку налили. Мы немножко красненькие, потому что обогреватели светят красным цветом. Да ладно, водку мы тут пьем и краснеем. Вкусно? Да, у нас сахар добавили. Добавить надо? Вот. А я жду свой чай с молоком. Вкусненький, наверное, будет. Ложечка? Мини. Кофейная, все правильно. Зачем тебе чайная ложка в кофе? Рюмочная. Ваня в ударе. Просто вставляет водку не по-детски. Все, ребят, мы уже поужинали, все было очень хорошо. Мы ходили в ресторан Рамен Яхиро.
вот этот ресторанчик, он очень маленький, вот эти вот два зонтика, вот это там, где светится вывеска, вот в нем мы были, смотрите, какая очередь в этот ресторан. Но мы не ждали так долго, такую большую очередь, потому что ребята здесь недалеко были, они приехали, заняли очередь, и мы были одни из первых, кто сел за столики и кто заказал еду. Нам очень понравилось, было вкусно, мне... Очередь до сих пор, уже сколько прошло, да. После того, как мы поели? Да, очередь туда. Вот, я заказала себе лапшу с бульоном, морепродуктами. Очень было вкусно, я именно такой вот супчик японский еще никогда не кушала. Очень вкусно, мне понравилось. А Ваня взял себе лапшу. Да, и супчик отдельно был. Да, в общем, нужно было брать супчик, ой, лапшу, макать его в бульон там со всякими специями, потом кушать. Ну, довольно интересное такое место. Нам понравилось. Вот, так что мы пообщались с ребятами, и сейчас мы идем на парковку забирать нашу машину и едем домой. Да. Завтра я к 9 часам еду в универ. Я буду спать в 9. Завтра суббота. Блин. Завтра же суббота, я в субботу буду спать. Хотя в последнее время я просыпаюсь практически с Ваней в одно время. Да? Чего на офисе сфокусировался? Как я не завидую людям, которые учатся по субботам. Ребят, это ужас. И хотя я в России тоже учился, у меня была шестидневка. Это ужасно. Я 5 дней в неделю училась. 6 дней — это ужас. Это ужас. Это вообще хуже на свете ничего нет, чем шестидневка. Я представляю. Ну вообще я учусь по 5 дней. Ну, в принципе, все знаете. Ну да, как завтра. Обычно. Просто завтра готовиться будем. Нам практика. Все дела. Все дела. Выходные будут очень тяжкие, тяжелые. В общем, ребят, это, кстати, фотография у меня стоит на этом, на рабочем столе. Что у меня тут? Все. Фокусе. В общем, мы уже дома. Я собираюсь монтировать влог, и потом, когда его поставлю выводиться, пойду умываться и так далее. В общем, всем спокойной ночи. Тут уже и Ваня ко мне подошел. Подполз. Да, подполз. Потихушку, да? И Пусяня там у меня все. Все, убежала. Она что-то загиперактивничала. Ладно, все, ребят. Да, мы спасибо, сегодня... что были с нами. Спасибо большое. Сегодня мы ложимся пораньше, сейчас только 11:30, чтобы завтра встать, чтобы мы были полны сил и... Ну, вы поняли. Да, так что всем, короче говоря, спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.